Всем привет. Вот малину нарезал, решил первый раз в жизни сделать малиновый чай, приготовить, листы заферментировать. Сейчас вот нарежу вот эту кучу и решил только от себя сделать. Вялить сутки его не под материалом, а вот такой в стиральном барабане. Вот стиральная машина, разобрал. Очень даже чисто. Я тут шлангом промывал его. И сутки он, эти листья будут у меня здесь. Я буду время от времени в течение дня подходить и прокручивать. И чтобы не занимать ваше время, я просто буду нарежу, когда тогда и включу эту камеру. В течение дня буду ходить, покручивать. Солнце сюда не попадет. Здесь боковые они глухие. Разве что вот когда солнце повернется, вот здесь может так жмых компост. Наступил вечер. Сейчас еще немножко прокручу и занесу домой. Аромат какой идет, оказывается. Я не знал, что такой аромат может быть. Классно. Запах какой. Ладно, занесу домой. А то ночью роса будет, утром роса. Да, точно, как замечательно пахнет. Наступило утро. Малина. Вот подвязалась. Запах до сих пор приятный стоит. Сейчас буду несколько раз так скручивать. Складывать сюда в кастрюльку. Вот и все. Все влезло в кастрюльку. Но я, наверное, попробую двухлитровую банку утрамбовать. Это двухлитровая банка, может чуть больше литра. А было полбака, почти полбака, наверное. Как здорово уменьшилось в объеме. А подсохнет, наверное, еще будет меньше, еще в раза в два меньше, а может в три. Вот и прошло не менее 30 часов.
как я сюда натрамбовал эту малину. Самое главное, прелой травой не пахнет, сеном, аромат все еще есть. Ну, я думаю, теперь буду я уже сушить. Все, выложил сушить. Аромат приятный. Его очень идет до сих пор приятный аромат. Что-то мне это так понравилось. Что-то я уже следующую партию тут сделал. Вот. Сейчас еще буду перетирать вот уже банку. Я не знаю, может даже этот стол застелю пергаментной бумагой. Завтра. Это завтра к вечеру, наверное. А может послезавтра что-то партия будет. Может даже вообще на этом столе все разложу. Да. А это у меня чайник поспевает. В этой. Здесь наверху очень теплая такой очень сухой климат, теплый это. Здесь все поспевает, быстро высыхает. Вот вроде бы подсохло, но чувствуется, хоть и хрустит, но влага еще какая-то есть. Вот баночку набрал, домой везу. Это уже другая партия. Тут решил заварить, как бы же без этого-то. Что получится? Да, зеленоватый такой цвет идет. Цвет зеленого чая. Зеленый чай, как зеленый чай, да. Я не специалист по чаю. Чай. Наверное, тот же чай. Вот чай домой привез, заварил. А цвет-то очень такой, даже ничего, как черный чай. О, сейчас с лимончиком попьем.